Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на серии Knave Tech Roleplay. Итак, чуваки, сегодня у нас будет обзор сервера, но перед этим хочу вам сказать, что мой ник занят. Ник Кирилл Путбуль занят, ник Кирилл Путбулови занят, ник Кирилл Гейм занят и ник Кирилл Полканов занят. Понимаете? Блять, 4 ника, это кто, блять, под меня косит так жестко, я не понимаю. Так что не ведитесь, вот здесь мой такой вот ник, Кирилл Красава, я в описании ставлю, чтобы вас не наебал никто. Вот мой ник здесь такой будет, Кирилл Красава, потому что, блядь, фейки, тупо все мои аккаунты заняты. Кирилл Путбуль, Кирилл Путбулов, Кирилл Гейм и Кирилл Полканов, я вообще охренел. Поэтому кто-то жестко косит под меня, так что не ведитесь. Итак, сегодня у нас будет обзор данного сервера. Ну, бля, елочка уже мне нравится, пацаны, а? Как вам? Мне уже по кайфу. Так, давайте зайдем сюда, посмотрим, что здесь есть. Раздел, это нахер новички, блин. Моих фейков, блядь, играет сколько. А, это выход с вокзала, ни хрена себе здесь вокзал, блин. Вы когда-то видели такой вокзал, пацаны? Вот это я понимаю вокзал, блядь. Я на лавочке, правда, проснулся, но это вся хуйня. Онлайн сейчас здесь 13, в принципе, есть онлайн, это уже хорошо. Бонус здесь есть, да, бонус здесь 500 тысяч, но, грубо говоря, небольшой бонус это здесь, я думаю, грубо говоря. Потому что 500 тысяч это не 10 миллионов, не 20. Поэтому, думаю, не совсем значительный бонус. Так, я бы зашел в казино, вход 5 тысяч, блин, надо экономить, пацаны. Поэтому сейчас идем, покупаем себе одежду, в первую очередь, я думаю. Потом, возможно, купим себе какой-нибудь автомобиль. В чем я очень сомневаюсь, на самом деле. Что мы за эти бабосы сможем купить автомобиль. Блин, смотрите, сколько маппинга прикольного. Не знаю, это ихний маппинг или ихний мод, но мне очень нравится. Как мне, блядь, 10 тысяч ходит. Чё так дорого? Ну, нереально необычный сервер. Чем-то берет реально, я такого еще не видел. Ох ты, ёбаный, блядь. Чтобы на вокзале все скин убирать, ну ладно. А ну скины тут недорогие, кстати. Можно мне там за 1100 какой-то. Ну вы да, поняли, да. Не, подожди, назад, братан, дорого. Так. Не, ну это перебор. Соточка, да? 100 тысяч. Может что-то подешевле, пожалуйста. Беру. Этот возьмем, короче, скин, я думаю, будет нормально. О, да. То, что доктор прописал. Видите, блин, система нормально так работает даже. О, хата, хата, ТП. Хата-хата-хата-та. Погнали, посмотрим, сколько она стоит, это залупа коня. А, она аж там находится, блин. Что-то гаражный кооператив, блядь. Или что это? А, закусочная. Ебать, я манал такую закусочную ходить. Че, ебанулись? Реально. А ну сколько хата стоит? Интересно просто. У нас осталось 480 тысяч, пацаны. Чисто так, по минимуму. Экономим. Так, сколько хата стоит? Или это... А, это подъезд все-таки. Я думал, это не подъезд, я думал, это хата. А можно мне... Бля, ладно, хуй с вами. Так, эконом. Понятно, эконом, ебать. Я что, вам на мажора похож? 217 тысяч? Серьезно? Лили прям, вот прям лили, да? Ебать, беру нахуй. Вам нужно заплатить за квартиру в ближайшем отделе банка. Ебать, пацаны, мы только приехали, купили себе уже хату, пацаны. Скинец, ну, одежду купили, ебать. Нихера себе. Не, экономика здесь нормальная, судя по всему. Вон банк, кстати, погнали в банк, оплатим за хату свою. Обязательно. Не, ну вы понимаете, да? Вы понимаете просто уровень? Здесь банк, блядь, круче, чем не знаю, что я в жизни видел даже.
Бля. Положи деньги на счет. Давайте положим 60 тысяч. Допустим, так, назад. Заплатить за квартиру. Так, один день. Давайте на 28 дней. Нельзя платить квартиру не более чем на 14. Давайте на 12 дней. Так, 12 дней. А можно мне так, типа? Один день. Все. Я заебись. На 13 дней я платил так. Команда сделок. ДЛ. Продажа недвижимости. Блин, как же охуенный этот банк, блин. Чуваки, мне этот сервер, блин, нравится. Так, я куда-то зашел, я не знаю, что такое. Кафешка или что. Смотри, какой, блин. Там А ну давайте зайдем, что это такое. Сколько? А это дом чей-то. Это дом чей-то, смотрите. Там машины стоят. Ебать его вдышло. Ебать дом, смотри какой дом просто. Блять, я сейчас, блин, пиздец. Чуваки, я реально в шоке просто. Вы видели такое когда-то? Вы когда-то такое видели? Я нет. Блять, этот сервер ничем не уступает, блять, другим топовым даже проектам, блять. Но это с первого взгляда, сейчас дальше посмотрим. Надо было, блять, автосалон найти хотя бы. Блин, тут столько еще домов есть, кстати, если что. На заветку, пацаны. Я просил админов, чтобы они мне дали велик, чтобы я доехал до автосалона. Автосалон находится, судя по всему, на Анашане. Да. Мне туда придется чопать своим большим задом, блядь, туда хуярить аж. Поэтому погнали, что делать. Так, вот я и прибыл. 6,5 миллиона стоит. Всего лишь 3 миллиона 920 тысяч. 920 тысяч. 70 тысяч. О, 150 тысяч. Альянс 500. И пошло-поехало, да? О, Беста 230 тысяч стоит. У меня столько нету даже. 90, 320. 4 ляма. 2 ляма. Ну, модпак видно, что нормально у них такой. Но все равно, блин, мне бабок не хватает. Шнива. Так, додж. Лям. 11 миллионов всего лишь. Бентега. Короче, все, пацаны, для меня. О, да. О, да. Да, пацаны, я все-таки ее купил. Она прет ни хера себе, я вам скажу. Можете ее в тюнинг сейчас заехать, если здесь вообще тюнинг есть. У меня там вроде бабос остались, 108 тысяч, пацаны. На 108 тысяч мы купили себе хату и газель. Хату и газель, пацаны. На газели мы можем подняться, ебать. Будем с грузоперевозками заниматься, ебать. И все будет у нас хорошо. Так, я вижу, там тюнинг есть. И сейчас, если каточки мы сюда всадим нормально, то вообще будет просто прям вах. Если нитро еще поставить. Думаю, вообще будет заебись. Вот так, пацаны. Вы такое, думали, не видели еще. Это ж я, ебать. Я могу удивлять. Легко вообще. Короче, что тюнинга нету, пацаны. Нету только покраска, если ремонт. А именно тюнинга, там нитро поставить. Такого здесь нету. Ну ладно, что-то придумаем. Пацаны, что я могу сказать? Это пиздец. Смотри, какие у них тачки в полиции, блин. Ладно, там газели, БТР. Вообще. AMG GT просто. AMG GT, пацаны. В DPS AMG GT. Вы понимаете? Как, блин, я просто поражаюсь каждую секунду на этом сервере. Чё с ним не так? Чё вообще происходит? Закрыть надо наши корыто, да. Все закрыли. Так, погнали. Во, регистрация знаков. Это то, что надо, пацаны. Это то, что надо.
ебать, это интерьеры, блядь. Пизда. Вы достигли места значения. Все, я получил. Блин, я думал какой-то блат выбить. Эх. МСР 386. Ну ладно, будем с такими номерами ездить. Хрен с ним. Просто хрен с ним. И так пойдет. У нас священник и так может нормально покататься. Все, погнали. Ну что, нормально, блин. Если бы здесь можно было посадить бы человек 8, о, было бы еще лучше. Так, погнали. Чувак, походу, продукты развозит, да. А мне нужно найти свою хату и паркануть машину. Все-таки еще украдут мою малышку розовую. По-моему, я в третьем подъезде живу. Или во втором. Не, в третьем. Так. Я паркану ее прямо тут. Прям на видном месте, чтобы не спиздили. Прям под окно свое, чтобы я ее видел. Это мало ли, такую прелесть украдут, еще ебать. Вы что, ебанулись? Так, парк. Походу, ее не так надо парковать, а ну. ММ. Транспорт. Локлист. Походу, она где-то будет спавниться, короче, ладно, не будем ее трогать. Все, выключаем фары, блядь. И все, погнали домой. Ну а мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите на Серверайте, потому что на сервер прикольная экономика, охуенный маппинг, просто интерьеры. Мне реально сервер понравился. Заходите, играйте. Не забывайте мой ник здесь вот такой вот, Кирилл Красава, если что. На фейков не ведитесь, поэтому всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.